Студия «Позитив» и акционерное общество «Русское золото» представляют. Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Городок». Здравствуйте, дорогие ребятки. Здравствуйте вам. А вот Дедушке Морозу в городок пришел перевод из Америки от Санта-Клауса. На. Да ты что? Ты смотри. Здравствуй, дорогой Дедушка Морозе. Поздравляю тебя с Новым годом и посылаю тебя... Тебе 10 долларов, как ты и просил. А почему 10? А там приписка есть. Только хочу тебе сказать, что 10 долларов пишется с одним ноликом, а не с тремя, как ты написал. Вот капиталист проклятый. А, ну такая вот история. Миленькая, мужичишка. Чё? Помоги бабушке-то перед Новым годом, помоги бабульке. Что надо? Бутылочку дашь? Не дам. Так где? Что ты стоишь, сказал не дам, не дам, вали отсюда. От жлобера, от же скобарь заезжий. Облом! Пролетели, говорю! Да этот козел сам сдает! И понимаешь, с новым горем, годом вас, россияне! Ну, все, он уже нас поздравил, можешь наливать. Давай, наливай папе. И скажи, сыночка, что мы папе что-нибудь, скажи папе что-нибудь. Ну? Ну, что я могу сказать, папа? Чтобы всем такого папу, как и мне, чтобы они были здоровы, такого папу иметь. Чтобы им столько счастья, сколько мне горе и наоборот. Ты спасибо, что мальчик, вы, да. Что вы есть, и с Новым годом. Да. Нет, это с девочками, все. Будьте здоровечки, папочка. Да, пошли. Что делать? Я знаю, что прячу, что? Что делать? Чёрская мастер, кто-то кого несёт, все, быстро всё прячь, быстро! Что ставить на стол? Все, на... чай ставь, что ставить, всё. Чай с сахаром? Каким сахаром? Ставь пустой чай. Чисто пустой. Так, всё, убирай, кто там? Я спрашиваю, кто там? Не бойтесь, не гости. Добрый день. А что есть такое, типа, с Новым годом себе любимому взять? Ну, у нас есть товарищ в Швейцарии, все очень высокого качества, буквально. Слышишь? Да. Дай вот ту гайку мне большую. Вот это колечко? Да. Я сейчас все вытащу, чтобы вам удобнее было посмотреть. Давай всю возьму эту сюда. Вот это вот, да? Да. Очень. Типа ружье. А, да. Золото, галдешник, конечно. Видите, вот вы... Типа с брюликами. С брюликами, да, и тут вот, внутри агатик. Да, очень изящно. Хорошо, на пальчик. Не, очень... не трону. Хорошо смотрится. Вот так вот красиво. Так, что-то еще, да, мне сюда. А вот еще, знаете, вот это просто вот агат, видите, очень строгое кольцо, как раз для солидных клиентов, исключительной красоты, сразу вот так вот. Играет очень на пальчик. Вот видите? Так, вот красиво. Дай сюда на малыша мне что-нибудь. На малыша, сейчас его не люблю. А вот это, да. Вот это хотите, да? Да, пожалуйста, вот на мизинчик. Это типа тоже агат, да? Да, это тоже агат, ну, знаете, комплектик. А вот это вот, видите, такое золото, и платиновый вкрапление. Ну все уже, да? Замолчи. Изящно, изящно очень. Так, очень. Что-то дай мне наливочка сюда. Может, это? Типа на малыша. Ага, да, нормально.
Давай сюда. Вот. О, хорошо, слышишь? Вот типа красиво. Да, да. Вот так. Это очень-очень элегантно, очень красиво смотрится. Сколько я тебе должен? Ну, 25 миллионов рублей. Это типа 5-200 баксов. Да, совершенно верно. Берете все, да? На, возьми. Спасибо. Ну все. Нет, у меня только ради бога, извините, вы столько денег заплатили. А зачем же вы все эти колечки вот и вот камешками вниз повернули? А я, знаешь, там приду на Новый год, ну люди все сидят, кушают. Типа меня одного ждут. Ну я захожу и говорю им: «Привет, братва!» Так. Слушай, ты долго же будешь причепуливаться? Может, до Нового года опоздаем? А ты ничего не замечаешь? Что я должен заметить? Витя, ну? А сейчас ничего не замечаешь? Да ничего не замечаю, давай скорее. А сейчас замечаешь! Ты что это? Брови выщипала? Ну ладно, ребятки, на улице такой страшный колотун, а мы к вам так торопились, у меня же нос от мороза красный. Нет, у тебя не от мороза красный. От чего? А, ребята, знают от чего. Есть. Ну, елочка, с Новым годом. Вот дрянь. Какая же ты дрянь, а? Нажрался опять. Встретил Новый год, отметил. Вот пьянь. У тебя совесть есть. Ты же видишь, как я работаю сутками, а? Как совраска без уздечки, ну, с высунутым языком. Откуда столько пустых бутылок? Я не знаю, маленький. Я пустых бутылок не покупал. Вот так, командир. Вот так. Вот так. Это тебе от белых. От красных? Вот тебе от красных. Даже шампусика не достали. Путня. Вот отец родной. Вот же ж забота материнская. Ну, с Новым годом. Ой, ну что тебе сказать, а? Что такое? Что, родной? Что, плохо? А? Плохо? Люди! Врачи! Люди! Что, мой хороший, ну не можешь сказать? На, напиши. Напиши, родненький. Что? На, родной. Сейчас, милый. Пиши, дорогой. Пиши. Что, милый, что? Василий Иванович! Василий Иванович! Василий Иванович!
товарищи! Только что, буквально вот на моих глазах, ушел из жизни легендарный комдив, пламенный революционер Василий Иванович Чапаев. Василий Иванович оставил короткую предсмертную записку. Вероятно, это его политическое завещание. Вот она! Читай давай! Читаю! Дебил! Сойди со шланга! Собаководов, питающихся Федей Грипалом, легко отличить от других. Они веселы, подвижны и отличаются добрым и мирным нравом. Взять хотя бы Федю и Гришу. Посмотрите, в какой они хорошей форме. Федя Гри, спрашивайте у собак города. Поздравляю тебя с Новым годом! Спасибо! С последним, сволочь! Чего, спасибо! Наркоту на стол! Наркоту на стол! Быстро! Сейчас! Быстро! Сейчас, валюту, да. Валюту гони! Валюту гони! Валюту сюда! Вот. Спасибо! Спасибо! Все, оружие! Оружие давай! Сейчас! Быстро давай сейчас, оружие! Сейчас! Сейчас! Где Финка? А? Где Финка? Что? Финка где? В шкафу! В шкафу! Да! Терли Хитас. Меня зовут Хильгавира Райнин. Челлюса. А сейчас, дорогие ребятки, мы вам расскажем сказку. Сказку про то, как в Новый год Снегурочка залетела. Откуда ты про это знаешь? Да вот знаю. Ой, не надо, это грустная сказка. Да и не сказка это совсем. Давай настоящую сказку расскажем. Давай. Отправила как-то императрица Екатерина II князя Потемкина закладывать новые города на землях малороссийских. Новогодняя ночь застала князя Потемкина и его слугу в чистом поле у Днепра вблизи казацкого хутора. Только заснули и вдруг... Ой, ложись, я на солнышко. Это казаки Новый год празднуют. Сами не спят и другим не дают. Только попробовал князь еще раз вздремнуть. И так всю ночь, под утро не выспавшийся, злой и опухший князь сказал. Не, не дадут поспать стервицы. Прошка, пиши указ. Ага. Именем Я императорского величества повелеваю
основать вместе с ним город и дать ему имя Херсон. Гороскоп Гдатка. Говорите. Да-да, что же нам сулят звезды в 1996 году? Ну, вот, к примеру, 14 июня 96 года... 15. Хорошо, 15. 15 июня. Информация. 15 июня звезды на небе расположатся таким образом, что можно будет ясно прочитать фамилию будущего президента России. Ну, мы лично уже сейчас ясно видим этого будущего президента. О, это мужчина. Мужчина. У него пиджак и галстук. Галстук и пиджак. И пиджак. Да. Летом где-то так приблизительно 40-70. И не больше. Или меньше. Хорошо, или меньше. И что очень важно, то, что... А у него отчество. Отчество. Заканчивается на ич. Ич. Отчество такое... А, ну, конечно, в 1996 году сначала Россия зайдет в тупик. Это будет такой короткий тупик. Там будет такое изобилие, такое будет счастье. Вот. А демократия, она завьется до таких размеров, то эти железные гаражи можно будет ставить вообще где угодно, а вообще никого не спрашивать. Вот такая будет. Там и ставь гараж, где хочешь, там и ставь. Но то ли все еще более интересно, то, что наконец в 1996 году у нас появится лидер, который поднимет Россию с колен. То он поставит ее на четвереньки. Да. А что еще более интересно, то, что... Что если вот сейчас эти... В 1996 году Россия, если будет сначала стоять там на краю пропасти, а потом же потом делаем... Она сделает такой решительный шаг вперед. А вот я скажу, в 96 году, к 180-летию Николая Васильевича Гоголя, а где построить через Днепр мост? Но не просто мост, а специально для слабых и больных птиц. Господа, встречайте Новый год в нашем бассейне. Бассейн инвайт. Просто добавь воды. В квартире нашего друга Александра Ключева и его сына установлена скрытая камера. Папа якобы пригласил к своему сыну платного Деда Мороза, а тот якобы не явился. И папа пошел на улицу уговаривать случайных прохожих 5 минут побыть Дедом Морозом для его сына Саши. Кстати, очень воспитанного мальчика. Хорошо. Санечка, сынулька, к тебе Дед Мороз пришел. Где Шурик? Где Шурик? Пожалуйста. Здравствуй, Шурик. Здравствуй, Шурик. Как у тебя тут дела? Я и дедушка Мороз, а замерз тоже. Ну вот. Хоть и мороз, а все равно замерз. Согреться. Согреться можно? Вот, спасибушки. Спасибушки. Ой, видишь, как замерз даже. Ой, спасибо. Хочешь, потом запей. О, спасибо большое. Большое спасибо. Баски маленько возьму. О, спасибо. Подарочки принес? Обязательно. Вот смотри. Я хотел бы узнать, как мы учимся. Хорошо. Тройки есть? Не всегда. А все-таки бывает, да? Да. Давай споем песенку. Давай. В лесу родилась елочка. Сейчас я поставлю. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой, летом, стойная, красивой, зеленой была. Мороз ее окутывал. Спи, елочка, бай-бай, смотри, не засыпай. А ты можешь спеть, как зайчик, а? Зайчик, сколько?
Как вышка, можешь мне в лесу родилась елочка? Ну, давай, я помогу. Ты. Начинай. Ты. В лесу родилась елочка. Как вышка, можешь мне? Как мышка? Тоники в Голоскова. Уша. А у тебя настоящая борода? Конечно, настоящая, может, пошутит. Да, может, а ты настоящий? Ну как, видишь, костюм у меня такой красивый. О, просто мы немножко это, сейчас становимся уже ближе к городу, из леса потихоньку выходим. А можешь что-нибудь, анекдот, можешь рассказать взрослым, пока мама? Анекдот? Да, пока мама. Студия «Позитив» и акционерное общество «Русское золото» представляют. Илья Олейников и Юрий Стоянов в русской народной передаче «Городок». Здравствуйте, дорогие ребятки! Здравствуйте вам! А вот Дедушке Морозу в городок пришел перевод из Америки от Санта-Клауса. На! Да ты что? Ты смотри! Здравствуй, дорогой Дедушка Морозе! Поздравляю тебя с Новым годом и посылаю тебя... Тебе! $10, как ты и просил. А почему 10? А там приписка есть. Только хочу тебе сказать, что $10 пишется с одним ноликом, а не с тремя, как ты написал. Вот капиталист проклятый. Ну такая вот история. Мужичишка! Чё? Помоги бабушке-то перед Новым годом, помоги бабульке! Чё надо? Бутылочку дашь? Не дам. Ты как где? Чё ты стоишь, сказал не дам, не дам, вали отсюда. Вот же лобяра, вот же скобарь заезжий. Облом! Пролетели, говорю! Да этот козел сам сдает! И понимаешь, с новым горем, годом вас, россияне! Ну, все, он уже нас поздравил, можешь наливать. Давай, наливай папе. И скажи, сыночка, что папе, папе, что будет. Скажи папе, что будет. Ну? Ну, что я могу сказать, папа? Чтобы не всем такого папу, как и мне, чтобы они были здоровы, такого папу иметь. Чтобы им столько счастья, сколько мне горе и наоборот. Спасибо, что вы есть, и с Новым годом. Да. Нет, это с девочками, все. Будьте здоровечки, папочка. Да, пошли. Что делать? Я знаю, что прячу, что? Что делать? Черт, мастер, кто-то кого несет, подвернет. Все, быстро все прячь, быстро. Что ставить на стол? Все, чай ставь, что ставить. Все, чай с сахаром? Каким сахаром? Ставь пустой чай. Чисто пустой. Так, все, убирай. Кто там? Я спрашиваю, кто там? Не бойтесь, не гости. Добрый день. А что есть такое, типа, с Новым годом себе любимому взять? Ну, у нас есть товарищ в Швейцарии, все очень высокого качества, буквально. Слышишь? Да. Дай вот ту гайку мне большую. Вот это колечко? Да. Я сейчас все вытащу, чтобы вам удобнее было посмотреть. Давай все, возьму это сюда. Вот это вот, да? Да. Очень. Типа рожье. А, да? Это золото?